All right, we have now come to chapter 3. Третья глава. Of the book of Joel. Книги пророка Иоэля. All right, let's read. I want to read the whole first 13 verses. Read verses 1 and 2. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили. In this section, Joel is foreshadowing judgment against two nations. Здесь, в этом отрывке, Иоэль говорит о суде над двумя народами. Specifically, Phoenicia and Philistia, над Финикией и Филистией, who were guilty of oppressing the Jews. Которым вменялось вину притеснения и угнетения евреев. And God says he is going to enter into judgment against them. И здесь Бог говорит о том, что он будет производить над ними суд. In the valley of Jehoshaphat, which is a valley just outside Jerusalem. В долине Иосафата, которая находится недалеко от Иерусалима, она примыкает к Иерусалиму. This valley is also called the Kidron Valley today. Сегодня это называется Кедронская долина. And it's viewed as a place of judgment by Christians, Jews, and Muslims. Мусульмане, иудеи и христиане рассматривают эту долину как место суда. There is a reference in verse 3 to the great harm that is done to Jewish young people. В третьем стихе, и о народе моем они бросали жребий, отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. But здесь говорится о великом вреде и ущербе, который был причинен Божьему народу. And then we read even more about this judgment in verses 4 through 8. Из 4 по 8 стихи мы читаем более подробно о грядущем суде. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и на лучшие драгоценности мои внесли в капище ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еленам, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их с того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, как Господь сказал». All right, there's not a whole lot to be said from this one passage, but we want to note that the judgment against these two nations. Комментировать подробно этот отрывок мы не будем, но следует отметить, что суд над этими двумя народами is again because they have mistreated the Jews. Будет производиться за то, что они неправильно относились, очень жестоко относились к евреям. They will be paid back for. The harm they have done to God's people. И эти грехи будут обращены на их головы. And I think that while Philistia and Phoenicia are explicitly mentioned, и мне кажется, что несмотря на то, что открыто упоминаются Филистия и Финикия, they are representative of the fate of all those who mistreat the Jews. Они, скорее всего, являются символом или как бы образом всех тех народов, которые угнетали, притесняли и всячески издевались над евреями. And that is just a fulfillment of the Abrahamic covenant of Genesis 12. Это есть исполнение завета с Авраамом, который изложен в Бытие в 12 главе. Where God says, "Those who bless you, I will bless." Когда Бог говорит, "А благословляющих вас благословлю." And the one who curses you, I will curse. А проклинающих вас прокляну. Verses 9 through 13. А стихи с 9 по 13. There is the picture of a war. Рисует нам образ войны. This is a war against Israel. Это война против Израиля. Where many nations are mustered to attack Jerusalem. Когда многие народы соберутся вместе, чтобы напасть на Иерусалим. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит, я силен, спешите и сходитесь, все народы окрестные, соберитесь, туда, Господи, веди твоих героев. Yes. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика.
All right, we're going to have a couple of comments to make about those verses, and then we'll wrap up the book of Joel. Несколько комментариев по поводу этих стихов, а потом мы будем заканчивать рассмотрение книги пророка Иоиля. In these verses, стихи с 9 по 13. God is inviting the nations to come make war against his people. Здесь, в этих стихах, Бог призывает народы собраться и приготовиться к войне с его народом. All their instruments of iron are to be transformed into implements of war. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, говорится в 10 стихе. То есть все те инструменты, которые были у них из металла, из железа и так далее, должны были быть переделаны в оружие. So God challenges all the enemies of Israel, get as many weapons together as you can. Другими словами, Бог призывает врагов Израилевых вооружиться до зубов. And he says, once you, all of you who think you're weak, you can do this. You can make war against my people. Он сказал, все вы... все вы слабые, можете сказать, я силен. And then they are all invited to go to the valley of Jehoshaphat. И дальше Бог приглашает всех в долину Иосафата. This is actually God being somewhat ironic. Мне кажется, здесь имеется определенная доля иронии в словах Бога. Because he has every intent of destroying the enemies of Israel when they come against her. А поскольку он имеет все намерения низвергнуть эти народы в долине Иосафата. And so when all these come together at the valley of Jehoshaphat. И когда они все соберутся вместе и спустятся в эту долину. God himself is going to fight for his people. Сам Бог будет сражаться за свой народ. And that's the thought of verse 16. Именно эта мысль выражена в 16 стихе. И возгремит Господь Сионы и даст глас свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. And there are two major images he gives of the nations who have come against Israel. Здесь он дает два больших образа тех народов, которые выступят против Израиля. One, they are a harvest ready for threshing. С одной стороны, это жатва, которая готова к тому, чтобы ее пожать, она созрела. And two, they are grapes ready to be tread in the wine vat. И точила, и подточили. A final passage of this book is in chapter 3, verses 17 through 21. И заключительный раздел этой книги, главы, стихи с 17 по 21. It is a picture of the millennial kingdom when Jesus reigns on earth. Это картина или образ тысячелетнего царства, когда Иисус Христос сам будет царить над землей. Read that last passage. Давайте прочтем его. «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святыню, и не будут уже иноплеменники проходить через него, и будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Сетим. Египет сделается пустыней, и Едом будет пустой степью. За то, что они притесняли сынов Иудиных, проливали невинную кровь в земле их, а Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». So there are several images from this last passage that stay in our minds as we wrap up Joel. Здесь давайте сохраним несколько образов, которые рисует нам пророк Иоиль в завершении рассуждения над его книгой. First, there is spiritual health on the part of the Jews. С одной стороны, это духовное здоровье со стороны народа Божьего. They will finally know that the Lord is their God. Наконец, они познают, что Господь Бог их. The second image is of nature and creation being beautiful and bountiful. Второй образ – это образ природы, которая будет обильна. And especially when we contrast that with the first part of the book. И особенно, если противопоставить это описание описанию в начале книги. Where there was the ugliness of the locust devastation. Когда будет опустошение после нашествия саранчи. This is seen to be all the more beautiful. Кажется, что вот этот образ еще более ярко рисует изобилие, которое даст Господь. And you can just picture the most beautiful natural scene you can imagine. Здесь перед глазами предстает самая прекрасная картина, которую только можно вообразить. A harvest field, a scene in the woods, rivers flowing. Жатва, реки бурлящие, текущие, растительность обильная, сочная. And that will be life for the Jews in the millennium. Вот такой будет жизнь иудеев, жизнь евреев в тысячелетнем царстве. Another image. Еще один образ.
is that of destruction for the wicked. Это образ истребления злых, нечестивых. And the two examples given are Egypt and Edom. Здесь приводятся два примера, Египет и Едом. These are the nations that have opposed Israel from the very beginning. Это те народы, которые с самого начала противились Израилю. And they will finally be laid waste. И они сделаются пустынью и будут пустой степью, говорится в Библии. In fact, we know that Edom will be destroyed, as Obadiah predicted. Мы с вами уже изучали, говорили о судьбе Едома. Мы знаем, что он будет истреблен и разрушен, как это и предрекал пророк Авдий. And ever since ancient times, Egypt has not been a world power. И уже с древности Египет не обладает мощью и силой. But Judah will be inhabited forever. А Иуда будет жить вечно. Because the Lord dwells in Zion. А Господь будет жить на Сионе, обитать на Сионе. And that brings us to the end of the prophecy of Joel. С этим мы с вами подходим к заключению книги пророка Иоиля. Do you have any questions from this book that you'd like to ask? А есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии по содержанию этой книги? All right, if not, then I may have a question or two to ask you. Ну, если вопросов нет у вас, то, наверное, я задам тогда вопрос вам. If you were going to speak to a group, whether in a Bible study or a sermon. Если бы вам пришлось обращаться к группе людей, будь то в рамках проповеди, которую вы говорите с кафедры, или в рамках библейского урока, который вы преподаете. What would you emphasize from the book of Joel? Какие основные мысли вы подчеркнули бы из книги пророка Иоиля? То есть какие основные темы вы взяли бы оттуда, на основании чего вы строили бы свой урок или свою проповедь, если бы вам пришлось проповедовать по Иоилю? О наказании он говорит. About the punishment. Okay. And how would you relate that to the audience you're speaking to? А как вы будете говорить о наказании в применении к той аудитории, к которой будете обращаться? То есть что будете подчеркивать? Ну там, понятно, говорилось о наказании народа за то и то. То есть проецируя на целевую аудиторию, что вы будете подчеркивать? Да, единственный грех есть в любом человеке, и в любой человек грешит, и любой человек... There are sins with all the people, regardless of whether they lived in the past or they are now. And I would emphasize that most of the times God just forgives us and blesses us nevertheless, but sometimes he punishes us and disciplines us for our sins. Okay. That was true in the past and that is true now. Okay, so you would be using the image of the sinfulness to bridge the gap between the 9th century BC and 2008. То есть, другими словами, с помощью образа греха вы будете строить параллели между 9 веком до нашей эры и настоящим моментом, да? Ну, да, там только так и можно. What else would you use from the book of Joel? Вот что-нибудь еще? Есть какие-то мысли еще по поводу книги Иоиля? 2:25 is a wonderful passage. 2:25 прекрасный отрывок, прекрасный стих. Do you see anything else that you could use from this, either in your own personal life or in a ministry? Даже сейчас мы расширим такое спектр того, где это можно применить, да, не только, например, в служении, в библейском уроке или в проповеди, а может быть даже в вашей жизни. Вот для меня актуально то, что как бы евреи грешили, много грешили, Бог их все равно прощал, когда они раскаивались. То есть для нас, как для христиан, есть такое ободрение, что даже когда мы грешим, мы все равно мы можем вернуться к Богу, в общем-то, и Он нас прощает. Well, to me, the encouraging thing is that, as we даже если и наказывает, то все равно потом воздает за наказание. As we read Joel, God's people sinned and over again against the Lord was faithful in forgiving them, and yes, that's a great encouragement for us as Christians today. Even if He punishes us, even if He disciplines us, yes, He will still restore, and that's very encouraging. Yes, and we could find New Testament passages that would speak to that same issue. И в связи с этим можно найти еще места из Нового Завета, которые говорят о том же. Of God's discipline and forgiveness. О том, что Бог наказывает, но и прощает. It's a great application. Это очень хорошее применение. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы
Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. It's very important that we, whenever we're teaching or leading a Bible study, we think carefully about application. Всякий раз, когда мы с вами готовим библейский урок или проповедь, мы всегда должны тщательно продумывать применение. In the Old Testament, God made a series of very specific promises. В Ветхом Завете мы читаем об очень конкретных обетованиях, которые дает Бог. And we see this especially in Deuteronomy. Особенно в книге Второзакония. Said, if you, my people, obey me, если вы, народ мой, будете bless you with crops, послушны мне, то я благословлю вас обильным урожаем, например. Good weather, хороший, great harvests. Хорошей погодой, хорошей жатвой. Does that same promise hold true today to Christians? В связи с этим вопрос. Это же самое обетование сохраняет свою актуальность для современных христиан? Now, before you answer too quickly, прежде чем вы сразу же ответите «да» или «нет», think about поспешно ответить. The promise of 2 Timothy 3:12. Вспомните об обетовании во 2 Тимофея 3:12. All who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Think about the lifestyle of the apostle Paul. Вспомните о том, какую жизнь вел апостол Павел. Who obeyed God completely. Который практически во всем был послушен Богу. And was persecuted, тем не менее, он подвергался гонениям. And finally martyred. И в конечном итоге его умертвили. Think about all the apostles of Jesus who, помните обо всех апостолах Иисуса Христа. As far as we know, almost all of them were killed. Практически все они погибли от руки других людей. And think людей. Of the many Christians in many parts of the world today, и сегодня подумайте о тех христианах в разных уголках мира, killed for their faith. Которые притесняют и которых убивают за веру. Вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, 12 стих. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Но ведь не все же гонимы. Вот этот стих 2 Тимофею, да? 3:12. Но гонимы же не все верующие. Все желающие. Потом говорится, Андрюш, да я скажу, ладно? Потом, вот смотрите, говорит, весь народ спасется, да, все евреи спасутся. Но ведь не все же евреи спасутся. А где написано, что все евреи спасутся? Ну, там весь народ мы спасется. Mm-hmm. Очень много mm-hmm. стихов mm-hmm. всяких там, что... И есть стихи, которые говорят, что все будут спасены, да. Mm-hmm. То есть, может быть, тут места, ну, когда пишется «все», ну, как бы имеется в виду, что не все, а многие. Mm-hmm. Well, the question is, when in 2 Timothy 3:12, it says, all those who desire to live righteously will be persecuted. Mm-hmm. And there are some passages in the Bible that say, all my people will be saved, or all the people will say, you know, we'll read about that, about the Jews at least, all my people will be saved or something. And there are some other passages on the word all is used. Could mm-hmm. that be that this word is used that stands for many, but not all? Because not all those who desire to live righteously are really persecuted now. I mean, it's not the fact. Yeah, that's a good point. Sometimes all does not mean all at all times. Мысль хорошая. Иногда все не означает все во все времена. The point I'm trying to make is that life in Jesus does not always result in material benefit. Просто я хочу здесь провести мысль в своих предыдущих комментариях, что жизнь во Христе не означает материального благополучия. Да. Конечно. Не приравнивается к этому. I mean, we all know that. Мы все об этом знаем, правда? We know many poor Christians and many rich non-Christians. Мы знаем, что существует много бедных праведников и богатых нечестивцев. And we know some Christians who are wealthy. А с другой стороны, есть христиане, которые, в общем, довольно-таки состоятельны. But that doesn't mean that they're better Christians than poor Christians. Но это не означает, что они лучше, чем бедные христиане. What I would suggest we want to emphasize. Здесь, мне кажется, нужно подчеркнуть. Is not so much material blessing as spiritual blessing. Скорее не материальное благословение, а именно духовное. And that's one of the ways we bridge the gap between the Old and New Testaments. Именно таким образом мы перекидываем мостик от Ветхого Завета к Новому. God promised great material blessings to the Jews. Бог обещал великие материальные благословения евреям. But to us, we have every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. А мы же имеем всяческое духовное благословение.
So it's careful. It's important to think carefully about application. Мне кажется, очень важно продумывать применение. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.